Хочу, чтобы вы это главное вот усвоили и не слушали там разные рассуждения, что мы туда, сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим. Вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит. И так я могу о Латвии сказать, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства. Хотя я бы не сказал, маленьких государств не бывает. По своим размерам мы среднеевропейское государство, находимся в Европе, а маленьких не бывает, потому что все народы равны. И малочисленные, и многочисленные, поэтому мы из этого тоже исходим. Не может давлеть государство по площади огромное там, или по населению огромное над кем-то. Я это вообще не воспринимаю. В этом суть нашей независимости, за что всегда ратуют и балтийские государства, и в том числе Латвия. Вы можете быть уверены, что вы имеете отношение с суверенным и независимым государством. Так будет, думаю, всегда. Ну, по крайней мере, пока я президент, это точно. Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой, вообще с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами Америки. Я, как человек уже в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что такое Евросоюз и Америка. Но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения ни за какие деньги, ни за какие деньги с братской Россией. Это наша Россия, это наши люди, которые нас очень уважают, и где рейтинг президента Беларуси, многонациональной России, за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда нам подставляла плечо? Но это не значит, что мы поступаться можем в отношении Запада или Востока и Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения, общие интересы. Мы не будем поступаться своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. И гадать здесь нечего. Я говорю вам публично об этом и откровенно, ну, может, в таком контексте и первый раз. Я хочу, чтобы вы понимали нашу политику. Я обязательно когда-то с удовольствием приеду, как только мы подготовим, чтобы результат был. Нужна наработка и солидные результаты, чтобы мир увидел и сказал, да, у них очень серьезное что-то завязалось и продолжает завязываться. Поэтому хотел бы передать самые добрые пожелания руководству вашей страны, народу Латвии, обязательно народу. Мы с большим уважением относимся к ним. Мы рады вас всегда видеть в Беларуси. В любое время приезжайте. Ну, а впереди у нас интересное мероприятие в 2021 году. Я думаю, благодаря этому мы еще ближе станем, и латыши, и белорусы более серьезно подойдут друг к другу и к нашим отношениям.